Этот поднятый мной артефакт, думаю, следует осмотреть его внимательнее. Странный артефакт. Фигурка лебедя. Так, тебя, наверное, сюда надо поставить. Модель лампы. Так, а лампу куда? Лампа есть. Лампа не нужна. А вот здесь не хватает. Так, то есть мы теперь можем со всех сторон осмотреть. Украшенный узором металлическая панель. Тоже, наверное, все двигается. Нет? Пока нет. Так, хорошо. Так, понятие, что есть. Выглядит неполно. Ладно. Так, попробуем здесь дверь открыть. Они не открываются. Так. Вот, может. Здесь же по порядку, наверное, надо как-то идти. Или можно сразу куда хочешь. Что-то сломанное. Выглядит как глобус, но чего-то тут не хватает. А тут везде не хватает. Вот он. Что здесь не хватает? На этот балкон ничто не ведет. А, ну, здесь лестница нужна какая-то. Так. Порядку надо, видимо, идти как-то. Порядку не получается. Так вот, у меня есть перила. И... А, теперь они крутятся. Так, и как надо выстроить? Вверх или сюда? Наверное, должно быть как здесь. Эти могут, может, тоже двигаться. Нет. Либо зеркально. То есть, если эти смотрят вверх, значит, эти правые должны смотреть вверх. Вверх, закрепить. Это вниз. Так, этот надо вниз. Так, понятно, надо с него начинать. Сделать, чтобы ничего не мешало. Так, теперь этот вниз, этот вверх по диагонали. Отлично.
Вторая печать. Рабочий кабинет. Ужас. С чего бы начать? Так, первый. Там еще есть, нет. Первый, второй, третий. Так, это то, что мы, наверное, должны забрать. Так, это откроется потом. Я не могу вращать это вручную. Плохо. Так, символы какие-то пошли. Символ, круг. Сначала это убрать. Так, здесь надо закрепить. Так, не успею. Двигаться. Жесть. Ну, какое-то давление надо или что-то. Так, вот это все крутится. Это все потом. Сначала надо как-то закрепить ее. Самое. Почти то же самое. Так, вот мы эту, по-моему, сейчас сдвинем. Нет. Так, вот мы ее поднимаем. Она падает обратно. Быстро крутить, что ли? Так быстро не могу крутить. Не хватает. Или не получается. Так, возможно, здесь не мы должны крутить. Нам это как-то. Мышка это не вариант. Ладно, вернемся потом. Посмотрим, что у нас здесь интересного. Здесь просто непонятно, за что хвататься вообще. С чего начинать.
с книжки. Жена зовет меня. Ее голос разносится по коридору. Это сегодня? Так скоро. Я смотрю, как изменяется мой скромный рабочий кабинет. И у меня дрожат губы. Не у всех факультетов есть такое оборудование. Я даже не знаю названий некоторых машин. Я могу только улыбаться и стараюсь дышать спокойней. Цель моего исследования достаточно странная. Недавно обнаруженное вещество, свойства которого еще совсем не изучены, редчайшее и невероятно ценное. Я замечаю, что Абигейл вся светится, и на душе у меня становится лучше. В какой-то веке я могу дать все, что хочу, но я должен держать ее подальше от этих людей. С советом шутки плохи, а жена у меня любопытная. Так, аппарат только. Ага. То, что мы читали. Так, хорошо. Мне это никак не помогло. Можно, конечно, подсказку взять. Понять, откуда начать. Вроде здесь начали. Либо догадываться. Здесь куда крутить, без понятия. Первый. Так, ну так не получится. Наугад. Надо какие-то четыре определенные. Так, здесь подпечатки. Так, хорошо, ладно, да, возьмем подсказку, потому что я просто не понимаю, откуда начинать. Ковер. В бюро в рабочем кабинете появляется мерцающая панель. Необходимо попробовать мой окуляр. В рабочем кабинете появляется мерцающая панель. Прекрасно. Какая мерцающая панель? Там какой-то треугольник. Никак. А-а-а, тут можно прям так. Соединили кто-то, не все. Так, ну теперь мы хоть знаем, откуда начинать. Отсюда. Думаю, что-то должно подойти сюда. Угу. Думаю, здесь что-то отсутствует. Эта ручка закреплена на месте. Думаю, здесь что-то отсутствует. Так, может, что-нибудь вытащить надо? Или
Символы не похожи. Вот это нарисовано здесь. Так, ну да, их надо сдвинуть. Сдвинуть как-то через это. Здесь надо что-то вставить. Поможет. Так. Найди новый предмет огнева. Так, вот здесь двигается это. То есть надо вот так оставить. Так, тогда здесь должно быть еще три какие-то загадки. Так, этим, наверное, вряд ли откроется. Так, здесь, наверное, тоже вряд ли. Да, тоже мы не засунем ее. Так, с этой стороны ничего нету. Ведь по идее сделан еще наверх, может открыться. Так, либо уже надо перемещаться куда-нибудь в другое место. Так, ну нет, не так. Не совсем. Рабочий кабинет. Факт заключен внутри машины. Так, смотрим. Следует осмотреть сейф в дальнем левом углу рабочего кабинета. Первая, вторая, третья. Сейф. Вот этот сейф. Ага. Медальон с четырьмя отверстиями. Так. А вот сюда. Три отверстия. Фигурная металлическая деталь. Ну, здесь разбросано по всему этому кабинету. А нет. Не так. Так, куда это? Наверх. То есть крестик какой-то. Так, вот здесь крестик был. Второй ромбик.
Так, что не так? Красный, красный. То есть их надо перекинуть. Да. Отсутствует то, что приводит этот механизм к действию. А, шестеренки. Так, а где она есть? Изогнутая рукоятка. Так, это вот так. Рукоятка. Подойдет. Ну, прикольно. Так, хорошо. Да. Красное это наверх надо. А теперь подходит. Так. Часть модели колодца. Это опускаем чуть ниже. Крутить можно, нет? Так, ну это круглая. Да нет, не подойдет. Хотя если в дальнюю может поставить. Огнево есть. Вот так круглая. Этим пока еще не разобрались. Куда-то надо его поставить. Наверное, все потом. Так, куда нам дальше? Найденная модель колодца должна находиться где-то на территории кукольного домика. Да, блин. Понятно. Так, а это мы уйдем вообще в другую печать уже. Thank you.
пока не хочу в другую ходить. Лишь бы здесь мы зашли в рабочий кабинет, значит, мы можем пройти его. Я так понимаю. Хотя, возможно, все не так. Сейчас еще подсказку возьмем. Не хватает. Часть фотографии от урона. Я вижу. Так, либо все-таки уходить тогда. Может быть, здесь уже все. Ну, временно все. Ладно, пойдем. Да. Кухня. Кухня. Ну да, сюда туда пойдет пар куда-нибудь наверх. Так, с чего начинать? Книжка. Я слышу крики снизу и замираю на темной, поудобнее читать, лестничной площадке. Гортанные угрозы сулят боль и насилие. Исследование пока не дает результатов. Но почему? Я знаю, что Эдвард не допустит провала. У них такая загадочная терминология. Я собираю крупицы того, что могу понять. Эти мужчины не ученые и уж точно не джентльмены. Зачем мы впустили их в свой дом? Наконец они уходят. Я должна найти Эдварда, но я заблудилась. Я дважды пытаюсь найти дорогу, но нахожу только рабочий кабинет. Рабочий кабинет моего отца. К этой двери я все детство припадала ухом. Теперь же я не узнаю, есть только Теперь же я ее не узнаю. Есть только ощущение того, что внутри. Как темное пятно на лице земли. Лице земли. Как пятно на лице земли. Ну и почерк. Так. Первое. Прут с рукояткой. Там внизу что-то есть, но я не могу это достать. Есть швабра. Там бутылка. Так, а нам не надо. Так, что здесь делать-то? Должна открыться. Здесь надо эти отвинтить. Ау. Надо крышку поднять. Для этого надо эти открутить. Нечем открутить. Нужен инструмент. Так, тут у нас что?
ты должна стоять. Это типа так. А, все понятно. Крутили, теперь так. Зачем это? Маленькое колесо. Оказывается, здесь чего-то не достает. Ну, типа ручки такой же, наверное. Так, там тоже колесо какое-то. Так, куда еще можно посмотреть? Так, ну это мне тут вряд ли поможет. Так, это тоже, наверное, вряд ли. Больше ничего нету. Так, так, так. Может, опять надо что-то поставить где-нибудь сверху? Где-нибудь сюда. Выглядит неполным. Так, что у нас? На кухне есть доска для колокольчиков, но, похоже, одна ручка отсутствует. Так, как они должны сыграть? И стоит нолик. Можно первая, вторая, третья просто. Так. Это символы. Здесь есть один. То есть тут первый, второй, потом два раза этот. А, нет, один раз. Они даже
загораются. Не сгорелся. Так. Так как мне два раза использовать? Так, еще одни непонятки. Два раза. А, вот сейчас сработало. Надо до конца и отпустить. Боже мой. Так, найди новый предмет, чернильница. Она открывается. Так, вот здесь уже. Так, теперь, наверное, выходим туда. Кабинет. Там как раз таки такая была. Ну, в общем, да, я думал, что печать, то есть, можно забрать. Зашел в одну комнату и прям здесь остался. Но нифига. Еще по всему этому кукольному домику разбросано. Кнопку нажали. Мы закрыли. А иначе улетает. Так, здесь что нам надо? Так, ну, видимо, это меняется, а вот такой надо. То есть вот такой надо там поставить. Вот, а здесь такую. Странный эмалевый фрагмент. Так, теперь здесь надо смотреть. Здесь эти штучки идут, видимо, надо вот так поставить. Вот теперь это покрутилось. Да, отмечено. То, что влияет на вот эти. Так, теперь можем здесь открыть. Это отверстие какое-то странное. Нажми, чтобы применить окуляр. Важно нажмите, чтобы осмотреть отверстие. Так, а это вниз. Вверх, вправо. Все это выстроить. Так, туда нам не даст. У нас сначала здесь удлинить.
это вроде сюда. Рукоятка модели насоса. Так, все позакрывалось. Должна нет. Нет. Так, ну здесь до сих пор непонятно. Ну ладно, это потом. Так, рукоятка модели насоса. Ага. Походу насос, опять же, снаружи. Что-то типа с насосом связанное. Так, надо смотреть. Она там. Где вода? Сейчас, по идее, вода наберется, и мы, наверное, бутылку поднимем. Стеклянная бутылка. Рваная фотография. Так, то мы знаем куда. Так, XS2 типа Т. XS2 Т. Симпатичная модель. Так, так, так. 1BBC. Вот здесь еще весь алфавит. Нет, не весь алфавит. Но F. Одной не хватает. Отсутствует буфер. Так, вот колесо. Так, как тут? Зачем? Нам надо наверх ее. Так не получится. А, получается. Так, тогда нам надо все передвинуть.
какая-то не двигается. Так, как нам передвинуть тогда ее? Надо, чтобы это передвинулось. Она не двигается. Так, мы ничего не сделаем. Он все-таки двигается. Передвинуть, все, понял. Понятно. Надо много раз ее передвинуть. Перед. Хотя зачем так? Можно просто один раз сюда. Так вот, попал. Металлический штырь. Металлическая решетка. Это где-то спереди. Похоже, тут это должно соединяться, но оно не становится на место так, как надо. Это смахивает на гнездо, но что сюда встанет? А. Л-образный соединитель. Так, только сюда что-то поставить можно. Этот открытый люк какой-то странный. Крестообразное гнездо. Тут надо выстроить. Как а там покрутить. Так, здесь цифра у нас. Правильно как-то посмотреть. Надо изнутри, наверное, посмотреть. БФ.
25 БФ. ИФ. Заводной ключ. Сейчас поедет куда-нибудь. Здесь что-нибудь задвигалось. Блин, тут у нас теперь. О. Ты думаю, и что? Новая книжка. Я недооценил своих клиентов. Нуль не просто диковинка. Он поразителен, он это все. Но они меня тоже недооценивали. Недооценили. Это мое призвание. Я чувствую, как оно наполняет меня, и я чувствую себя полноценным. Но как я могу работать, когда до меня постоянно невыносимо домогаются? С каждым месяцем Эбигейл все меньше мне доверяет и все больше допытывается. Я сменил замок, и теперь она без устали стучит в дверь. Она постоянно умоляет меня подумать об опасности. Да, здесь действительно таится опасность, моя дорогая жена. Здесь есть все, ведь вовне нет ничего. Я хотел только дать тебе все, о чем ты мечтаешь. Но теперь я могу дать тебе гораздо больше. Это мы читали все. Так, что тут еще есть? Катулка. Найди новый предмет. Модель дымохода. Это все нам не важно. Так, хорошо, пойдем на крышу. Куда ее воткнуть? Нашли. Ставить. Они должны с... Ай, нет, выше, ниже нельзя. Можно. Сначала так.
комната диковинок. Адам 08574. Треугольник Z. Надо сначала понять, куда это. Глазница. Пока что. Так, ладно, сюда вернемся. Так, здесь тоже что-то должны найти. Непонятно. Мой муж словно посторонний. Этот мужчина в рабочем кабинете. Не он. Что это за место? Разве это мой дом? Здесь все крутится и извивается. Оступая, я прячусь на чердаке, убежище моего детства, кукольный домик, который сделал мой отец, вмещал в себя целый мир. Теперь же он кажется таким хрупким, таким маленьким. Я вижу щель в полу и вспоминаю, как подглядывала за отцом в его рабочем кабинете. Это теперь кабинет моего мужа. Мои глаза не сразу привыкают к освещению, но вот я вижу его. Пенную фигуру. Ну да, я вижу его сутупенную фигуру. Он весь в работе, как в трансе. Я копирую символы, копирую эскиз аппарата. Записываю все, что вижу. У меня еще есть друзья в Королевском институте. Они узнают об этом нуле. Ох, Эдвард. Сутулиную, ступенчатую, сутулиную фигуру. Так, хорошо. Так, крутится. Глаза. У нижней части маски чего-то не хватает. Так, ну глаза можно сделать как здесь. Здесь-то не крутится. Вверх-вниз. Либо тоже, наверное, зеркальным. Возможно. Не, ну если не хватает, так, а, еще. Это крутится. Так, 2, 2, 2. Я думаю, все-таки в зеркальном надо делать.
Это неправильно. Так, либо еще пока поискать. Все равно еще не до конца сделано. Так, как работает? Тоже кусочка не хватает. Так, подсказка. Установленный в комнате диковинок рентген теперь включен. Я могу использовать линзу для просмотра рентгеновского изображения, а эти кнопки со стрелками позволяют перемещать. А это да, только что это дает-то. Это есть треугольник Z. Здесь ничего. Треугольник E. Хорошо, мы узнали три символа. Так, это потом откроется. Так, а здесь, наверное, мы сейчас и сопоставим. Как-нибудь так. Наверху не отображается. Не отображается. Так, тут еще что-то. Здесь есть ярлык, но нет вещи. Написано. Известно. Найди новый предмет, фрагмент карты. Эти не двигаются. Нижняя тоже не двигается. Ну, по идее это, но это не подходит.
тоже неправильно. Эти бы как-нибудь сдвинуть. Либо опять же. Так. Есть только одна полоска. Тогда понятно. Сюда перейти. Вырезанный кусок дерева. Так, все, здесь все хватает. А? Здесь у нас открытый. Так, если зеркально делать... должен сюда смотреть. Так, это туда. Этим не получается. Наверное, не надо зеркально делать. Надо сделать точно такой же. Чего не хватает?
же нельзя. Здесь, по-моему, один кусок остался, даже смотреть не надо. Лазер у нас есть. Можно ставить где угодно, а попасть надо куда? Да? Ага, он еще будет от этого отражаться. Понятно. Так, это понятно. Как телепорт. Ну, допустим. Так не катит. Должен быть внизу, этот здесь. Сюда. Маска Анубиса. Так, надо куда-то его нацепить. Драгоценный камень. Так, а там мы смотрели, Z было. Или N. Так, потом E. P.
Так, и верхняя, что там было? Не помню верхнюю. Так, вот здесь вот Z. Сюда, наверное, как раз таки глаз надо ставить. Сейчас сначала здесь. Так, вот это. Ну, по идее, так. Пока неизвестно. Сначала глаз поставим. Нет, не сюда. Так, но здесь что-то с этими надо. То есть, по идее, это слева, так, справа, наверху, ай. По идее, здесь должна быть ай. ZN. По идее, как-то так. Либо как бы здесь наоборот. И вроде сверху должно быть. Либо методом тыка. Сам тыка не хочет. У меня есть дорогой на вид драгоценный камень. Похоже, он где-то был вставлен на обозрение. Так. Здесь. Может быть, вообще не здесь. Ага, вот здесь. Помнили. Украшенный узорами утюг. Не доделали.
эти мешают. Здесь больше ничего не мешает, а вот здесь вот эти мешают. Как их убрать? Здесь прокрутить. Так, ладно. Металлическая ручка. Это нам теперь на кухню надо. Так, ну и пойдем туда сразу на кухню. Мало уверенности в том, для чего этот механизм, но чего-то не хватает. Так, ну то в другую сторону надо. Зажглось. Маховик вентиля. Так. Треугольника. Вообще пока предположений особо нету. Где-то не здесь, либо в кабинете. Так, нет, не там. Возможно, куда-то сюда. Там уже все. Куда-нибудь сюда. Вентиля. Так, но здесь нигде никаких разъемов нету. Надо идти в другое место смотреть. Выглянуть на улицу, может быть. Здесь что-то такое. Выглядит как-то неполно. Вентиль-то вряд ли. Какая-то крыша должна быть. Хотя вот там внутри. Тоже не то. Мы прошли. Тут нету. Подсказку. Похоже, что вода по водопроводным трубам на кухне может подаваться в двух разных направлениях. Однако в настоящий момент нет способа перенаправить поток воды. Так, значит, все-таки для воды.
Вот оно. Не заметил. Куда-то перенаправили. Куда-то наверх. Так, что у нас тут? Здесь прослеживается определенное отсутствие симметрии. Перевернуть надо. Так. Нет возможности выяснить, как дует ветер. Посмотрим, может, сюда пар попал. Показывает, что из окна такой пар. То есть здесь должно все заработать. Да, теперь он сам закрылся. Так, это опустить вниз надо. Зажать. Вот, теперь открылось. Соединитель труб. Похоже, должен присоединиться, но что-то не так. Отверстия нет. Так, это другая труба, которая идет сюда. Так, а если мы сделаем вниз, то пар пойдет, она поднимется. Нет. Металл слишком горяч на ощупь. А, здесь соединение. Ну, понятно, через эти трубки. Так, теперь туда пойдет. Работает. Это электричество. Данный артефакт.
со вторым закончили. Рабочий кабинет пройден. Комната битком набита навязчивыми идеями. Кабинет может стать убежищем либо тюрьмой. Мне удалось вырваться из его оков, но моя задача все еще не выполнена. Сломай печать, найди нуль.